Первые два куплета поет Саша один. Там уже в фонограмме есть, гармошка уже играет, он поет один. Первые два куплета. С третьего куплета вступаем мы все сразу. Поем третий, четвертый, пятый, шестой. А на седьмом куплете, где слова «но видно смерть не для меня», мы запеваем «но видно смерть не для меня», «но видно смерть не для меня». И отдаем ему третью строчку. И снова конь мой вороной меня выносит из огня. И три раза повторяем после этого. И снова конь мой вороной меня выносит из огня. Да подожди, да, все, давай, встали и попели. Давай. Репетируем. Внимательно. Это ж моя. Как ты когда-то мне лгала, как ты когда-то мне лгала, что сердце девичье свое давно другому отдала, что сердце девичье свое давно другому отдала. Но я не думал ни о чем, но я не думал ни о чем, я только трубочку курил, стоя с тихорьким табачком. Я только трубочку курил, стоя с тихорьким табачком. Я только верной пули жду, я только верной пули жду, чтоб усмирить печаль свою и чтоб пресечь нашу вражду. Чтоб усмирить печаль свою и чтоб пресечь нашу вражду. Когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, навстречу пулям полечу на ворогов свое крае. Навстречу пулям полечу на ворогов свое крае. Видно смерть не для меня, но видно смерть не для меня. И снова конь мой вороной меня выносит из огня. И снова конь мой вороной меня выносит из огня. И снова конь мой вороной меня выносит из огня.